Привет! Рад приветствовать тебя в этом видео. Меня зовут Илья Пономаренко и мой сайт ilyapanomarenko.com. Я решил создать серию бесплатных видео о том, как можно зарабатывать деньги в Германии через интернет, а также как можно создать себе пассивный доход в Германии через интернет. 100% легально и серьезно. Кстати, перед тем, как я перейду к теме этого видео, пожалуйста, подпишись на мой YouTube-канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с тобой вот о чем. Хочу поговорить с вами, снять такое небольшое видео. Мы сейчас гуляем тут с женой и с ребенком. Я решил так записать некоторые мысли по поводу того, а зачем нужен вообще вам тренер, коуч, консультант. У многих сложилось такое негативное отношение к этим людям. Хотя, если так подумать, если действительно человек не голожопый какой-то коуч, который там учит успешному успеху или как стать богатым, хотя сам сидит там в драных трусах дома, или какой-нибудь шизотерик, который учит там счастливым отношениям и при этом сам не имеет этих отношений. Такие люди, к сожалению, испортили мнение и отношение к консультантам, коучам, тренерам. А вот если подумать с другой стороны, смотри, вот если взять спортсменов, например, да, стали бы спортсмены, успешные спортсмены, великие спортсмены теми, кем они являются без своих тренеров? Или же, например, взять бизнес-консультанты, которые проконсультировал много бизнесов в разных областях, в разных сферах, и при этом набрался опыта на других моделях, он потому что смог помочь другим людям, который посмотрел, как работает это изнутри, и который имеет больше опыта, чем один бизнесмен, который в своем бизнесе все варится, да, и слеп от текучки, потому что он уже профессионал, может, в своем деле, но он не видит, может быть, тех вещей, который заметит со стороны человек опытный, как консультант, который имел дело с разными бизнесами. Или взять школу, например, учитель в школе – это тот же тренер, тот же консультант, тот же коуч, который обучает детей чему-то, да? И вот почему-то у людей сложилось такое негативное отношение к этим коучам и тренерам. Я понимаю, что есть, вот, как я говорил, голозады и какие-то шарлатаны, скажем так, самозванцы, которые, к сожалению, портят эту сферу деятельности и загоняют в тень действительно полезных людей, которые могут действительно помочь. Так вот, что я хочу сказать вообще в этом видео. Тренера, коучи, консультанты, они нужны. Особенно, если у тебя проблемы в какой-то из там сфер жизни, там с деньгами, в отношениях, там с похудением, я не знаю. Если тебе в этих сферах или в какой-то там твоей проблеме нужна помощь, и ты до сих пор сам не решил эту проблему, то не надо бояться найти человека, который может это помочь сделать. Потому что с тренером, с коучем, который реально помогает, который реально дает результат, который действительно помог уже не одному человеку, и который сам уже имеет то, что ты хочешь иметь, и который уже сделал то, чего ты хочешь добиться, такой человек сильно тебе поможет достигнуть твоих результатов, твоих целей. Он возьмет тебя за руку и проведет с точки А, в которой ты сейчас находишься, в точку Б. А вот если брать какого-нибудь голодранца, шарлатана, который ни хера сам не умеет, не имеет и пытается тебя учить успешному успеху, тогда, конечно, потом после таких коучей слышно, что это все люди, которые неудачники, которые ничего сами в жизни не добились и учат там чему-то других людей. Хорошо, нужно просто выбирать среди своих наставников действительно достойных людей. Поэтому не стоит относиться ко всем предвзято. Да, черные овцы есть, как и в любой сфере. Не все люди честны, не все люди могут помочь тебе дать какой-то результат. Но не надо всех загонять как бы в одну и ту же рамку какую-то.
да, и всех считать, что вот если там один какой-то козел, то все такие вот поголовно. Нет, это не так. Великие спортсмены не стали бы великими без тренеров своих. Это все равно, что учиться боксу там по видео, да, карате учиться по видео или учиться там балету по книжке. Не бывает так. Нужен живой человек, живой тренер, коуч, который может показать ошибки, который возьмет тебя за руку и проведет из точки А в точку Б, туда, где ты хочешь быть. И вот, кстати, если тебе интересна тема создания пассивного дохода в Германии через интернет, если ты хочешь научиться зарабатывать деньги в Германии через интернет, если ты хочешь построить себе основной заработок через интернет или дополнительный заработок через интернет, то просто заходи на мой сайт ilyapanomarenko.com, почитай, что люди пишут обо мне, о моей книге «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Посмотри, что люди говорят о консультации моей бесплатной по созданию пассивного дохода. И если вдруг тебе это понравится, если ты почувствуешь, что да, возможно, Илья – это тот человек, который может мне помочь, то как со мной связаться, как получить книгу – все ты найдешь на моем сайте ilyapanomarenko.com. Буду рад с тобой пообщаться вживую, если, конечно, до этого дойдет, если ты сам этого захочешь. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет.
Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!